Памятник Валерию Кузьмину на территории аэропорта Якутск перенесут на новое место. Мемориал открыли в 2006 году, а год спустя рядом с бюстом появилась стела авиационной славы Якутии. Ее часть, на которой увековечены имена авиаторов республики, будет перенесена в музей авиации в здании нового аэровокзала. Торжественное открытие обновленного памятника состоится 8 сентября. Сейчас бюст отправили на косметический ремонт. Основная причина – это сильный износ мемориала и постоянное нарушение облицовки стелы. В рамках празднования 20-летия акционерного общества «Аэропорт Якутск» решено наконец-то перенести памятник. Поскольку инициатором переноса памятника выступило руководство аэропорта Якутск и в первую очередь генеральный директор Николай Афанасьевич Местников, все финансовые расходы и решение организационных вопросов акционерного общества взяло на себя.